Здравствуй, дорогой друг. Пишу тебе из глубинки. Здесь время течет не так, как в городе. У вас пролетел год, а у нас неторопливо прополз лишь день. Люди здесь говорят, используя не логику, а эмоции. Словом, все иное, все другое. Послушай-ка, какую историю я поведаю тебе сегодня. Как говорил известный испанский писатель Мигель Сервантес, история – это сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего. Изучая историю родного края, мы открываем для себя неизвестные ранее имена, факты и события. В начале октября в Кстовском краеведческом музее прошла конференция, которая собрала педагогов, историков и тех, кому просто интересна летопись родного края. Мы на данный момент стараемся собрать тот материал, который у нас есть, и выдать его, скажем так, в книжном варианте, для того, чтобы вам было с этим удобно работать. В рамках встречи прошли интересные беседы на тему истории родного края. Участникам конференции была представлена книга «История храмов Кстовского района». О работе над ней рассказал автор труда – историк-краевед Михаил Ростовский. Как вы знаете, до принятия православия у нас была языческая вера. И вообще преклоняясь к Амунипопузе. Я думаю, что для и нас, учителей истории, и для всех жителей Кстовского района, а главное то, что мы можем этот материал отнести к детям, это будет замечательным подарком, во-первых. Это будет замечательным уроком для всех людей, для того, чтобы люди почувствовали и поняли, как нужно любить свою родину, как нужно беречь и защищать то, что сделали для нас предки, восстанавливать храмы, восстанавливать нашу культуру. Постановлением тройки НКВД гражданин Медведев осужден к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение 10 января 1938 года в тюрьме города Горького. Сухая фраза из протокола решила судьбу сельского священника, протоиерея Викентия Медведева, служившего в Нижегородской области. Валентина Шалаева живет в селе Безводной Кстовского района. Она – внучка отца Викентия. В семье Валентины Михайловны дедушку помнят. О его служении женщины часто рассказывают уже собственным внукам. Информацию о священнике пришлось собирать по крупицам. Родился в 1872 году. Вот пишет село Уржум. Сейчас я по карте нахожу, что это город Уржум, Вятской губернии. Рос в семье одним ребенком, воспитывался матерью без отца. Отец погиб на фронте. Вот я в интернете, приходе церкви Святаго Духа русского Турека, нашла, вот, что отец у него был крестьянин. Викентий Степанович рано остался сиротой, познал тяжелый деревенский труд, но при этом был необычайно музыкальным человеком, хорошо пел и играл на гармоне. Талантом обладал его старший сын Пантелеймон, который также пошел по стопам отца, став священником. У него был великолепный голос. Вот. Ему ездил он в Казань, в храм Казанской Божьей Матери. Там, значит, ему ставили голос. И в то время, вот я не знаю, вы, может быть, слышали, был такой певец Дормидонт Михайлов. Он в Большом театре пел. Ему предлагали стать артистом. Он отказался. Первым местом, где стал служить отец Викентий, пока в статусе псаломщика, стало удмуртское село Кулига. Через некоторое время он пишет прошение о переводе его в село Турек. Там его назначили секретарем попечительства в церкви Святого Духа. В 1896 году рукоположили в диакона. У четы Медведевых родился второй ребенок, Константин. Потом отца Викентия перевели в Умкнинск, где родился младший сын, Леонид. В 30-е годы семье снова пришлось переехать.
дочь его, единственная, которую он очень любил, она переехала в Нижний Новгород в то время. Ну, мама мне рассказывала, что у них сгорел дом. Вот уже начались в это время преследования. Вот. И, вероятно, от этого вот от всего они уехали в Нижний Новгород. Вот. Ну и он в 31-м году пишет прошение на имя епископа, чтобы его, значит, вывели в заштат, и он в связи с болезнью. И он уехал в 31-м году в Нижегородскую губернию. Батюшка стал служить в селе Дрюново. Сейчас от этой церкви уже ничего не осталось. Она сгорела. Потом его перевели в Линдопустынь, в церковь Жон Мироносец. Вот. Мы там тоже были в 13-м году. Последним местом, где служил протоиерей Викентий Медведев, стало село Кушнур. Сейчас на месте храма больница, а церкви остался один фундамент. Священника расстреляли 10 января 1938 года возле Бугровского кладбища. В книге памяти Нижегородской области есть его имя. Отца Викентия реабилитировали в 90-е годы. Валентина Михайловна уверена, что жизнь ее дедушки достойна того, чтобы он был причислен к лику новомучеников. Соответствующие документы в епархиальную комиссию уже подали. Но главное – это все-таки память. Господь Бог нас, вот, благодаря их молитвам, наверное, ведет по пути спасения. Вот. А мы должны своих внуков научить и детей, в общем-то, чтобы они веровали, Бога не забывали. Поэтому мы, в общем-то, стараемся внуков воспитывать тоже в вере. Трудно сейчас в наше время это сделать. Новомученики-исповедники российские – свидетели страшного времени. Память о них не угаснет. Интернет-страничка Кстовского благочиния Нижегородской епархии. На сайте есть раздел, где можно задать священнику любые вопросы, связанные с православием. Например, раба Божия Вера спрашивает: «Мы с семьей ездили поклониться мощам святых князей Петра и Февронии Муромских, но как только я встала в очередь, наступило беспокойство о том, что я с недостоинством и маловерием пришла. Скажите, возможно ли помощь святых, когда прибегаешь к ним в таком состоянии души?» Действительно, наше внутреннее состояние, состояние души, очень сказывается на нашей молитве, на нашем обращении к Господу Богу и к Его святым угодникам. Но в то же время необходимо всегда помнить о том, что именно наше смирение, осознание перед Богом нашей немощи, нашей несостоятельности, нашей невозможности изменить ту или иную ситуацию, приносит свой плод, плод утешения, радости и благословения Божия. Мы помним из Писаний святых отцов, что именно смирение является матерью всех добродетелей. И вы знаете, наверное, когда на душе сомнение, тревога, волнение, именно наше смирение перед Богом может засвидетельствовать перед Ним о нашем сердечном порыве, который обращен к Нему и надеется именно на Его помощь и благословение. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы все наши паломнические поездки, все наши посещения святых мест, наше общение с Церковью, оно всегда ознаменовано было душевным миром и покоем. Ибо это непременно помогает и укрепляет человека в духовной жизни. Святые угодники Божии непременно дадут ответ на наши молитвенные воздыхания. Ибо всякое сердце, которое раскрывается в молитве, получает просимое, получает утешение и помощь. Будем дерзновенно молиться Господу Богу и Его святым угодникам, уповая на неизреченную милость всемогущего Творца, ожидая от Него поддержки, покрова и защиты. Ну а Господь, видя наше движение сердца, видя наше усердие в этом плане, будет являть свою силу и утешение. Помоги, Господи!